Привет, ребята! Сегодня будем выбирать вкусные конфеты. Какие вам конфеты больше нравятся, какие конфеты лучше покупать. Вот сегодня будем разбираться. Много конфет сегодня будет. Давай. Чё это такое? Бонд. Пари. Суфле. Не очень. Бон пари, бон пари. Чё это за бон пари? Да. Мишки я, мишки я. Мишки Гамми. Фруктовые мишки. Довольно вкусные. Пойдет. Так, ага, Несквик, Несквик. Несквик. Несквик нужен, зайчик. Ну-ка попробуем. Несквик. Так, Несквик. Что там внутри в Несквике? Ну, пойдет. Нуга какая-то, и вафелька. Так. Следующая, Твикс. Твикс, Твикс, Твикс. Что-то похоже на его конфет. Твикс, Твикс, что за Твикс? Твикс. Итак, 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 много конфет, ребята. Любите Кит-Кат, а? Нравится вам Кит-Кат? Сейчас посмотрим. Сейчас я попробовал Кит-Кат. Обалденный вкус. Сникерсы, мини Сникерсы. Сникерсы. Сникерсы, Сникерсы. Так. Обычные Сникерсы. С нугой. Тоже пойдет. А это что, ребята? Что это такое? Киндер Чоколад? Сейчас мы посмотрим. Киндеры, киндеры. Тоже нормальные. Так, это что? Бон Пари. Машинки Бон Пари какие-то там. Мармеладки. Что за мармеладки? Окна. Глянем, что за мармеладки. Невкусные. Так, а это что у нас тут такое? Лолипопс. Чупа-чупсы, бля, чупа-чупсы. Какая такая? Так, а это что? Что это такое? Что такие конфеты кушают? Коньки. Коньки ноги. Что это за дрынги? Дрынг Победы. Что там такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Какая-то нуга опять. Конфеты делают, но ты нуга. Опять конфеты. Оу, блядь. Чё это у нас? Монти, там Конти, тут Монти. Ну-ка. Квадратная. Ох, ёлки. Это какая-то твёрдая. Шоколадная. Так, что тут у нас ещё? Рио. Рио, печеньки. Вот такие печеньки, ребята. Сейчас посмотрим, что там внутри. А Рио я что-то слышу. Вау, что за такое? Испорченные. Харибо Вумис. Вот такие конфетки. Что это такое? Жуть. Ёлки-палки. Да это же эти. Гусеницы, червячки. Ну-ка. Не, они вкусные, твердые. И там, в общем. Так, это чего? Какие-то дешевые, дешевки. Ребята, дешевые конфеты. Могут ли быть дешевые конфеты вкусными? Шарики какие-то. Ой, фигня какая-то, ребята. Дешевые не могут быть вкусными. Так, идут вход вафли. Вафельки. Всякие вафельки. Ну, это что за вафельки? Рулада. Что это, с орехами? Это нормально. Так, это что? Это что? Чудесный край, суфле. Я люблю суфле. Ну-ка, ну-ка, что там? Суфле, обычное суфле. Не очень-то. Лантишка. Ну-ка попробуем, что за лантишка. Из чего он там внутри? Ну-ка, ребятки, что там внутри. Так. Ух ты, да тут это. Нормально. Ну-ка. Что это за Джек? Вау, Джек на балалайке. Ага. Что тут написано? Конти. Опять Конти. Ёлки-палки, я все Конти взял. Ну уж извините. Будем Конти кушать. Так, что это такое? Вау, большая какая фигня. О.
Да, это же простая вафелька, тю, блин. На. Так, простая вафелька. Не пойдет. Конфеты, коровка. Опять конфеты. На-ка. На-ка. Опять, наверное, вафля. Этикетки только меняют. Так. Че, вот тут тоже вафелька. Ну-ка, ну-ка. Вау. Да, обычная. Так. Это тебе знакомо, а? Сливки. Что-то прикольное. И это не конти. Ага. Так. Ну-ка, ну-ка. А, я это же смотрел. Так, слушай, уже ничего нету. Простые конфеты, ребята. Ну-ка. Что-нибудь там есть из простых вкусное? Так, вижу уже красивые оберточки такие. Так. Ух, завалился я с конфетами, конечно, вообще. Так, что это у нас тут? А-а-а, Дэйс, Лаки Дэйс. Счастливчики. Ой-ё, мягенькая. Че это за фигня? Ну-ка. Что-то вкусненькое. Это с этим. Ну, сливки. Сгущенка. Так, что тут еще есть? Что это такое? Золотая лилия. Ну-ка посмотрим, что это за лилия. Вкус лилии. Конфета. Блин, когда они уже кончились. Что-то я такой... Не, это фигня какая-то. Так. А это что? Курага. Ёлки-то. Курага настоящая. Курага похоже. Упаковка. Так, ребята. Чё же они не так упаковали? Ух ты, какая большая, здоровенная конфета-то. А, какая большая. Ну-ка. Чё там у тебя? Прикольно. Угу. Засохший персик. Так, а это что такое? Ну-ка. Чё это за конфета? Марсианин. Марсианин. Ну-ка, это Марс. Пойдет. Ну все, ребята. Самые вкусные, конечно. А нет, у меня еще есть. Так, вот еще. Еще это есть. Так. Что тут у нас? Мир желе со вкусом лимона. Желешка. Ну-ка, посмотрим, что тут за желе. На, что тут? Что тут? Ребята. А, мармелад, мармелад. Мармелад я не люблю. Так. А что мы ищем? Милки-вэй. Милки-вэй внутри белая. Угу. Милки-вэй вкусный. Не очень сладкий. Такой прикольный. Ну и зачем? Какая-то дешевая конфета. Ну, дешевая, наверное, не вкусная. Так, что там? Твердая какая, а? Фигня. Так, еще одна простая конфета. Ну, не очень простая. Скорее всего, не дорогая. Какие вы любите конфеты, ребят? Так. Какая-то странная. Тут это. Конфета из... Как его там? Кокос. Ну, так пойдет. Ну, все, ребята. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будем еще обозревать конфеты. Несколько киткаты. Привет, ребята! Сегодня будем выбирать вкусные конфеты. Какие вам конфеты больше нравятся? Какие конфеты лучше покупать? Вот с этим будем разбираться. Много конфет сегодня будет. Бонд. Пари. Суфле. Не очень. Бонд пари. Чё это за бонд пари? Мишки Гамми.
Несквик мини зайчик. Это попробуем. Несквик. Так, Несквик. Чё там внутри Несквика? Нуга какая-то, и вафелька. Следующая, Твикс. Это полная конфетка. Чупа-чупсы, бля, хм, вот чупа-чупсы.
почувствуй. Yeah.
Спасибо, дешевые дешевки. Ребята, дешевые конфеты. Могут ли быть дешевые конфеты вкусными? Шарики какие-то. Ой, фигня какая-то, ребята. Дешевые не могут быть вкусными. Так, идут вход в вафли. Вафельки. Всякие вафельки. Ну, что за вафельки? Рулада. Что это с орехами? Это нормально. Так, отлично. Чудесный край суфле. Я люблю суфле. Ну-ка, что там? Тихо. Суфле, обычное суфле. Не очень-то. Ломтишка. Ну-ка попробуем, что за ломтишка. Из чего он там внутри? Ну-ка, ребятки, что там внутри? Этикетки только меняют.
засохший персик. Так, а это что такое? Ну-ка. Что это за конфет? Марсианин. Марсианин. Ну-ка, это Марс. Поет. Ну все это. Самые вкусные, конечно. А нет, у меня еще есть. Да. Вот еще. Еще поет. Что тут у нас? Мир Шелеса вкусом лимона, Шелешка. Ну-ка, посмотрим, что тут за желе. Мармелад я не люблю. Еще не ищем. Милки Вейс. Милки Вейс внутри белая. Любите кит-кат, а? Нравится вам кит-кат? Сейчас посмотрим.
Все, наверное, пробовали шипа. Обалденный вкус. Сикерсы, мини сикерсы. Сникерсы. Сникерсы, сникерсы. Так. Обычные сникерсы. С любой. Тоже пойдет. А это что, ребята? Что это такое? Киндер чоколад? Сейчас мы посмотрим. Киндеры, киндеры. Тоже нормальные. Так, это что? Бон-пари. Машинки бон-пари какие-то там. Мармеладки. Что за мармеладки? Ну-ка. Глянем, что за мармеладки. Невкусные. Так, а это что у нас тут такое? Лолипопс. Чупа-чупсы, бля, бля, чупа-чупсы. Какая такая? Так, а это что? Где это что? Что такие конфеты тут? Помните? Помните, мальчик? Что это за зрение? Берет пакеты. Что там такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Какая-то нуба опять. Конфеты, бери, бери нуба. Опять смотри. Оооо, блядь. Что это у нас? Монти, там Конти, тут Монти. Ну-ка. Квадратная. Ох, ёлки. Это какая-то твёрдая. Шоколадная. Так, что тут у нас ещё? Рио. Рио, печеньки. Вот такие печеньки, ребята. Сейчас посмотрим, что там внутри. А Рио я что-то слышу. Вау, что за такое? Испорченные. Харибо Вумис. Вот такие конфетки. Что это такое? Жуть. Ёлки-палки. Да это же эти. Гусеницы, червячки. Ну-ка. Не, невкусные, твердые. Пятня, в общем. Так, это чё? Какие-то дешевые дешевки. Ребята, дешевые конфеты. Могут ли быть дешевые конфеты вкусами? Шарики какие-то. Ой, фигня какая-то, ребята. А дешевые не могут быть вкусными. Так, идут вход вафли. Вафельки. Всякие вафельки. Ну, это что за вафельки? Рулана. Что это, с орехами? Это нормально. Так, это что? Это что? Чудесный край, суфле. Я люблю суфле. Ну-ка, ну-ка, что там? Суфле, обычное суфле. Не очень-то. Ломтишка. Ну-ка, попробуем, что за ломтишка. Из чего он там внутри? Ну-ка, ребятки, что там внутри? Так. Ух ты, да тут это. Нормально. Ну-ка. Что это за Джек? Вау, Джек на балалайке. Ага. Что тут написано? Конти, опять Конти. Ёлки-палки, я все Конти взял. Ну уж извините. Будем Конти кушать. Так, что это такое? Вау, большая такая фигня. О. Да, это же простая вафелька. Тю, блин. Да. Так, простая вафелька. Не пойдет. Конфеты, коровка. Опять Конти. Ага. Ага. Опять, наверное, вафли. Этикетки только меняют. Чего тут тоже вафлика? Ну-ка, ну-ка. Вау. Да, обычно. Так. Это что такое, а? Сливки. Что-то прикольное. И это не Конти. Ну-ка. Так. Ну-ка, ну-ка. А, я это же смотрю. Так, все, тут уже ничего нету. Простые конфеты, ребята. Ну-ка. Что-нибудь там есть из простых вкусных? Так, вижу уже красивые обёрточки такие. Так. Ух, завалился я тут конфетами, конечно, вообще. Так, что это у нас тут? Дейс, Лаки Дейс. Счастливчики. Ой, ё, мягенькая. Что это за фигня? Ну-ка. Что-то вкусненькое. Это с этим. Ну, сливки. Сгущёнка. Так, что тут ещё есть? Что это такое? Золотая лилия. Ну-ка посмотрим, что это за лилия. Вкус лилии? Конфета. Блин, как они уже кручиваются.
Что-то я такой... Не, это фигня какая-то. Так. Может, это что? Курага. Ёлки тут. Это курага настоящая. Курага. Так, ребята. Чё же они так запаковали? Ух ты, какая большая, здоровенная конфета-то. Она какая большая. Ну-ка, что там у тебя? Прикольно. Засохший песик. Так, а это что такое? Ну-ка. Что это за конфетка? Марсианин. Марсианин. Ну-ка, это Марс. Пойдет. Ну, все, ребята. Самые вкусные, конечно. А нет, у меня еще есть. Так, вот еще. Еще это есть. Так. Что тут у нас? Мир желе со вкусом лимона, желешка. Ну-ка, посмотрим, что тут за желе. На, что тут, ребята. А, мармелад я не люблю. Так, дальше мы ищем. Милки лайк. Милки лайк внутри бела. Угу. Милки лайк вкусный. Не очень сладкий. Такой, прикольный. Ну, не знаю, что. Какая-то дешевая конфета. Дешевая, наверное, не вкусная. Так, что там? Твердая какая, а? Фигня. Так, еще одна. Простая конфета. Ну, не очень простая. Скорее всего, не дорогая. Какие вы любите конфеты, ребят? Так. Какая-то странная. Тут это. Конфета из... Как его там? Кокос. Ну так, пойдет. Ну что, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будем еще обозревать конфеты. Несколько кит-каты. Привет, ребята, сегодня мы будем играть в вкусные конфеты. Какие вам конфеты больше нравятся, какие конфеты я лучше покупать. Сколько ты будешь? Вот я подумал, конфеты не будет. Чё, Бонди, там бонди, бонди.
Ну, что ж, ладно. Какой-нибудь.
Привет, ребята! Сегодня будем выбирать вкусные конфеты. Какие вам конфеты больше нравятся? Какие конфеты лучше покупать? Вот сегодня будем разбираться. Много конфет сегодня будет. Что это такое? Бонд Пари. Суфле. Не очень. Бонд Пари, Бонд Пари. Что это? Бонд Пари. Да. Мишки, мишки. Мишки Гамми. Фруктовые мишки. Довольно вкусные. Пойдет. Так, Несквик, Несквик. Несквик. Несквик мини, зайчик. Ну-ка попробуем. Несквик. Так, Несквик. Что там внутри Несквика? Ну, пойдет. Нуга какая-то. И вафелька. Так. Следующая. Твикс. Твикс мини, Твикс. Что это такое? Новый конфет. Твикс, Твикс. Что за Твикс? Твикс. И как, и как, и как мини, много конфет, ребята. Любите Кит-Кат, а? Нравится вам Кит-Кат? Сейчас посмотрим. Я, наверное, пробовал Кит-Кат. Обалденный вкус. Сникерсы, мини-сникерсы. Сникерсы. Сникерсы, сникерсы. Так, обычные сникерсы. С нугой. Тоже пойдет. А это что, ребята? Что это такое? Киндер Чоколад? Сейчас мы посмотрим. Это конфет. Киндеры, киндеры. Тоже нормальные. Так, это что? Бон Пари. Машинки Бон Пари какие-то там. Мармеладки. Что за мармеладки? Ну-ка. Глянем, что за мармеладки. Невкусные. Так, а это что у нас тут такое? Лолипопс. Чупа-чупсы, бля. Чупа-чупсы. Какая такая. Так, а это что? Что это такое? Кто такие конфеты кушал? Коньки. Коньки, мульки. Что это за взрыв, бля? Взрыв Победы. Что там такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Какая-то нуга опять. Конфеты делают, ну ты нуга. Опять конфеты. Вау, блядь. Чё это у нас? Монти, там конфеты, тут монти. Ну-ка. Квадратная. Ох, ёлки. Это какая-то твёрдая. Шоколадная. А, что это у нас ещё? Рио. Рио, печеньки. Вот такие печеньки, ребята. Сейчас посмотрим, что там внутри. А Рио я что-то слышу. Вау, что за такое? Испорченные. Харибо Вумис. Вот такие конфетки. Что это такое? Жуть. Ёлки-палки. Да это же эти. Гусеницы, червячки. Ну-ка. Не, они вкусные, твердые. Пекнам, в общем. Так, это чума. Какие-то дешевые, дешевки. Ребята, дешевые конфеты. Могут ли быть дешевые конфеты вкусными? Шарики какие-то. Ой, фигня какая-то, ребята. Дешевые не могут быть вкусными. Так, идут вход вафли. Вафельки. Всякие вафельки. Ну, это что за вафельки? Рулада. Что это, с орехами? А, это нормально. Так, это что?
Это что? Чудесный край, суфле. Я люблю суфле. Ну-ка, ну-ка, что там? Чё? Суфле, обычное суфле. Не очень-то. Ломтишка. Ну-ка попробуем, что за ломтишка. Из чего он там внутри? Ну-ка, ребятки, что там внутри? Так. Ух ты, да тут это. Нормально. Ну-ка. Что это за джеб? У джеб на балалайке. Ага. Что тут написано? Конти, опять конти. Ёлки-палки, я все конти взял. Ну уж извините. Будем конти кушать. Так, что это такое? Вау, большая какая фигня. О. Да, это же простая вафелька. Тю, блин. Да. Так, простая вафелька. Не пойдет. Конфеты, коровка. Опять конти. Ну-ка. Ну-ка. Опять, наверное, вафля. Этикетки только меняют. Так. Что тут? Тут тоже вафелька. Ну-ка, ну-ка. Вау. Да, обычная. Вот. Смотрите, такое, а? Сливки. Что-то прикольное. И это не конти. Ну-ка. Так. Ну-ка, ну-ка. А, я это же смотрю. Так, смотри, тут уже ничего нету. Простые конфеты, ребята. Ну-ка. Что-нибудь там есть из простых, вкусное? Так, вижу уже красивые оберточки такие. Так. Ух, завалился я тут конфетами, конечно, вообще. Так, что это у нас тут? А-а-а, Дейс, Лаки Дейс. Счастливчики. Ой-ё, мягенькая. Что это за фигня? Ну-ка. Что-то вкусненькое. Это с этим. Ну, сливки. Сгущенка. Так, что тут еще есть? Что это такое? Золотая лилия. Ну-ка посмотрим, что это за лилия. Вкус лилии. Конфета. Блин, как они уже кручивают. О. Что-то я такой... Не, это фигня какая-то. Так. А это что? Курага. Ёлки-палки. Курага. Курага настоящая. Курага сухофрукты. Так, ребята. Чё же они мне так запаковали? Ух ты, какая большая, здоровенная конфета-то. А, какая большая. Ну-ка. Что там у тебя? Прикольно. Засохший персик. Так, а это что такое? Ну-ка. Что это за конфетка? Марсианин. Марсианин. Ну-ка, это Марс. Пойдет. Ну все, ребята. Самые вкусные, конечно. А, нет, у меня еще есть. Так, вот еще. Тут что-то есть. Так. Что тут у нас? Мир желе со вкусом лимона. Желешка. Ну-ка, посмотрим, что тут за желе. Что тут? Ребята. А, мармелад. Мармелад я не люблю. Так. А, еще. Милки Вейс внутри белая. Угу. Милки Вейс вкусный. Не очень сладкий. Такой прикольный. Ну, это что? Какая-то дешевая конфета. Ну, дешевая, наверное, не вкусная. Так, что там? Твердая какая, а? Фигня. Так, еще одна простая конфета. Ну, не очень простая. Скорее всего, недорогая. Какие вы любите конфеты, ребят? Так. Какая-то странная. Тут это. Конфета из... Как его там? Кокос. Ну, так пойдет. Ну все, ребята, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, будем еще обозревать конфеты, Несквики, Киткаты.